Помогаем техниковой, помогаем обучением, помогаем нашим опытом. Мы с их помощью научились то, что, работать больше в оперативном, так сказать, разделе охраны госграницы. Мы больше ставили акцент на того, что мы патрулировали наряды. Но вот с их помощью мы поняли, что довольно-таки серьезный акцент надо ставить на оперативных и на оперативные методы охраны государственной границы. Люди стали понимать уже, что речка является территорией госграницы. Ну, есть случаи, чем реже и реже уже.